Сегодня 14, да, Тань? 14 марта 2022 год, Харьков. Северная Салтовка. Это с Бобровки прилетело. Не устаю повторять, кто живет на Северной Салтовке, вообще ближе к Циркунам, прилетает с двух направлений. От орков российских. С Циркунов идет ствольная артиллерия, реактивная артиллерия. Это вот так вот прилетает. Вон в тот дом тоже прилетело. Оранжевый, коричневый. Так, с Бобровки, вот это с Бобровки прилетает. А вот это прилетает с Циркунов. Градами ствольной артиллерии хренячат с Циркунов. Если у вас окна выходят на эту сторону, старайтесь во время обстрелов, то есть постоянно практически в нашей ситуации, держаться с другой стороны квартиры, подальше от окон. Если у вас окна выходят на другую сторону, то вы практически в безопасности. Тут шестнарик тоже прилетело, и тоже с Бобровки. Четырнадцатая. Он развалило подвал. Тоже Бобров, с Бобровки прилетело. Прорвало там водопровод. Ну, вроде перекрыли. Ну, не знаю, за ветками видно, нет. Прямо аккурат в подвал.